Глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемые коллеги. Безусловно, антрациклинные токсаны являются основой химиотерапии рака молочной железы. Не в этой аудитории напоминать об общеизвестном факте. Однако их широкое использование в адъювантных программах, в терапии первой линии, ставит онкологов перед трудным и совершенно неопределенным с точки зрения стандартов выбором в отношении тактики лечения при дальнейшем прогрессировании болезни. Однако, прежде чем говорить о наших возможностях, как старых, так и новых, давайте определимся с самим термином «резистентность к антрациклинам и токсанам». К сожалению, он не так жестко определен, как термин резистентность к платину при раке яичников. Однако в основном под резистентностью понимают прогрессирование в срок до 6 месяцев после окончания адъювантной терапии. В ряде исследований более жесткий критерий — до 3-4 месяцев, или наоборот более мягкий — до 12 месяцев. Или прогрессирование в срок до 3 месяцев после использования препаратов терапии по поводу метастатической формы болезни. Опять-таки в ряде исследований этот срок увеличивается до 6 месяцев. Выделяют истинную первичную резистентность, когда наилучшим ответом является прогрессирование, то есть при первом же обследовании регистрируется прогрессирование процесса, и приобретенную или вторичную резистентность — прогрессирование после полной или частичной регрессии или стабилизации. Один из подвариантов рефрактерности, этот термин все-таки использовался чаще ранее, — прогрессирование на терапии или в срок до 3 месяцев после ее окончания. И в исследовании по терапии антрациклин-резистентного рака молочной железы широко включаются пациентки с набранной предельно допустимой дозой антрациклинов и невозможностью продолжения терапии по этой причине. Каковы же механизмы развития резистентности? Универсальные механизмы, которые определяют резистентность и к антрациклинам, и к токсанам, и к другим цитостатикам, связаны с гиперэкспрессией транспортных белков семейства ABC, П-гликопротеина, который обеспечивает выведение препаратов из клетки с помощью П-гликопротеиновой помпы и, соответственно, снижение концентрации цитостатиков в клетке, и гиперэкспрессии белка множественной лекарственной устойчивости. Кроме того, резистентность к антрациклинам определяется также гиперэкспрессией белка резистентности рака молочной железы из того же семейства ABC, активацией антиоксидантных защитных механизмов, мутациями топоизомеразы 2, гиперэкспрессией, связанных с транскрипцией механизмов репарации ДНК и изменениями апоптотического сигнального пути. Резистентность к токсанам может быть связана с мутациями гена бета-тубулина, гиперэкспрессией бета-тубулина 3-го класса, гиперэкспрессией ассоциированных с микротрубочками белков и изменениями этапных митотических сигнальных белков. Но, к сожалению, эти теоретические данные на практике на сегодняшний день никак не реализуются, потому что попытки предсказать эффективность или неэффективность токсанов в зависимости от гиперэкспрессии или мутации бета-тубулина не увенчались успехом, и на сегодняшний день в клинической практике определение этих маркеров для выбора тактики терапии пока не рекомендовано. Может ли нам помочь в ситуации антрациклин-токсан-резистентного рака молочной железы молекулярно-генетические трансляционные исследования, о которых так много говорят, в том числе и сегодня? Ну вот анализ генома и мутаций при раке молочной железы показал огромное количество изменений, которые регистрируются в опухолевых клетках. И в прошлом году на ASCO были доложены результаты первого при раке молочной железы многоцентрового проспективного исследования SAPHIR по персонализации терапии. Туда включались пациентки без ответа на первую линию лечения, выполнялась кор-биопсия, выполнялись молекулярно-генетические исследования, работала мультидисциплинарная команда, результаты подвергались анализу и выбиралась терапия в соответствии с профилем выявленных нарушений. Наиболее часто на сегодняшний день при раке молочной железы выявляются мутации PI3K, фосфодиэтиленозитол-трикиназа. Об этом говорил сегодня Сергей Алексеевич на своей лекции. И вот в этой программе также мутации PIK3CA
регистрировались чаще всего. Кроме того, в качестве драйверных мутаций были идентифицированы мутации гена циклина D1 и мутации гена, кодирующего рецептор фактор роста фибробластов. Все остальные изменения регистрировались со значительно меньшей частотой. 16 режимов таргетной терапии были подобраны в соответствии с выявленными нарушениями у 48 пациенток, а включено было исходно более 200. Ну и, к сожалению, я как клиницист, встретивший начало этого доклада с большим энтузиазмом, должна констатировать, что эффективность была весьма невысокой. Объективный ответ при молекулярно обоснованном подходе на современном уровне составил всего 9%, еще 19% стабилизации. Таким образом, контроль роста опухоли достигнут только у 28% больных. И на сегодняшний день нет оснований считать эти результаты удовлетворительными. Может быть, стандартные подходы таргетной терапии могут нам помочь в лечении контингента этого тяжелого контингента больных. Исследование рандомизированной третьей фазы, в котором сравнили эффективность монотерапии капицитабином и добавление стандартной блокады ангиогенеза, стандартного подхода к таргетной терапии у больных с антрациклин-токсан-резистентным метастатическим раком молочной железы. И опять, к сожалению, мы вынуждены констатировать неудачу. Добавление бевацизумаба достоверно увеличивало частоту объективного ответа и по независимой оценке и по оценке исследователей, однако эти ответы были короткими, и это никак не сказалось ни на выживаемости без прогрессирования болезни, ни, к сожалению, на общей выживаемости больных. Таким образом, выводы авторов: целесообразно использовать бевацизумаб на более ранних этапах лечения метастатического рака молочной железы, а также инициировать исследования маркеров, которые могли бы предсказать дополнительный выигрыш от использования антиангиогенной стратегии. Но мы должны констатировать, что исследование довольно старое, и на сегодняшний день эти маркеры так четко и не идентифицированы. Еще один многообещающий подход для этих пациенток – ингибиторы ПАРП, трижды негативный рак молочной железы. Исследование второй фазы, достоверное увеличение не только выживаемости без прогрессирования болезни, но и общей выживаемости больных. И доложены результаты исследований третьей фазы. К сожалению, добавление ингибитора ПАРП продолжительность жизни больных не увеличило. И на сегодняшний день эта стратегия изучается только у больных с BRCA-ассоциированным раком молочной железы. И прежде чем перейти ко второй части моего доклада, я хочу показать здесь название обзора, который привлек мое внимание и может служить эпиграфом к следующей части выступления. Рак молочной железы, цитотоксические препараты в эпоху таргетной терапии. Назад в будущее. И действительно, а как ведут себя стандартные цитостатики при антрациклин-токсан-резистентном метастатическом раке молочной железы? Ну и прежде чем обсуждать эту проблему дальше, давайте все-таки ответим на вопрос. Лечить или не лечить больную? Или, может быть, мы только снижаем качество жизни пациентки благодаря проведению своей химиотерапии? Оказывается, нет. В рандомизированном проспективном центровом исследовании оценили именно качество жизни у больных интенсивно предлеченным метастатическим раком молочной железы при проведении очередной линии химиотерапии или при переводе на наилучшую поддерживающую терапию. Оказалось, что химиотерапия обеспечивает достоверно более высокое качество жизни интенсивно предлеченных пациенток. Скорее всего, в связи с тем, что удается обеспечить контроль симптомов заболевания. Это было доказано с помощью стандартных опросников ERTC. Кого же все-таки не надо лечить? По рекомендациям NCCN, это версия уже 2014 года, не нужно продолжать химиотерапию у пациенток, у которых не зарегистрировано ответа на три последовательные линии химиотерапии или с ЭКОК-статусом 3 –
после проведения предшествующей химиотерапии. Нужно отличать больную первичную, у которой статус ЭКОК связан с прогрессированием опухолевого процесса, но нет развития резистентности, и мы можем реально ей помочь, или пациентку с прогрессированием болезни и ухудшением общего состояния, когда продолжение проведения очередной линии химиотерапии уже не будет эффективным. Должны ли мы учитывать биологию метастатического рака молочной железы при регистрации антрациклин-токсан-резистентной формы заболевания? Вот такой вопрос недавно, и даже некоторую критику я получила от одного молекулярного биолога. Ну, трижды негативный рак молочной железы, конечно же, химиотерапия. HER2-позитивный рак молочной железы, основа анти-HER2-терапии, но опять-таки в комбинации с химиотерапией. Основной вопрос касался гормоночувствительных форм заболевания. Безусловно, основа лечения – это гормонотерапия, но при развитии резистентности или висцеральном кризе больным показано проведение химиотерапии. Таким образом, даже вот с учетом такого прагматического подхода и деления больных на большие группы, все равно рано или поздно все пациентки, включая гормоночувствительные формы заболевания, окажутся в группе антрациклин-токсан-резистентного рака молочной железы. Следующий вопрос: что выбрать, монотерапию или комбинацию? Честно скажу, я субъективный сторонник комбинированной терапии и в общем виде считаю, что при раке молочной железы комбинация имеет преимущество по частоте объективного ответа, по времени до прогрессирования или выживаемости без прогрессирования болезни. Однако вот влияние комбинированных режимов на общую выживаемость на сегодняшний день не доказано. В плане токсичности преимущества, безусловно, имеют режимы монотерапии. В отношении качества жизни здесь данные различаются. И на сегодняшний день в мире экспертами предпочтение отдается, безусловно, последовательному применению монорежимов, по крайней мере, начиная со второй линии химиотерапии. Что в отношении именно антрациклин-токсан-резистентного рака молочной железы? Я привела здесь только одно исследование. Данные абсолютно те же. Рандомизированное исследование, сравнившее эффективность комбинации винорельбина с гемцитабином или монотерапии винорельбином. Да, комбинированный режим имел существенные преимущества по частоте объективного ответа, достоверные преимущества по медиане выживаемости без прогрессирования болезни. Однако, как я уже говорила, это никак не сказывается на продолжительности жизни больных. Последовательный монорежим обеспечивает точно такие же показатели. И применение комбинации, безусловно, ассоциировано со значительно большей гематологической токсичностью. Целый ряд исследований подобного рода, мы не будем на них останавливаться за неимением времени. Таким образом, на сегодняшний день мы можем сказать, что терапия спасения при антрациклин-токсан-резистентном метастатическом раке молочной железы может быть разделена на две большие группы. Первая группа – это практически значимые варианты выбора. Классические цитостатики – капицитабин, гемцитабин, винорельбин, производные платины. Два новых цитостатика у нас появилось и зарегистрированы для использования у этих больных – эрибулин и иксабепилон. И имеет право на жизнь парадоксальный выбор применения токсанов после токсанов и антрациклинов после антрациклинов в ряде клинических ситуаций. Ну и другие не менее практически значимые – это клинические исследования. Всеми экспертами во всех обзорах рекомендовано включение больных этой группы в клинические исследования, но, к сожалению, очень редко нужное клиническое исследование оказывается под рукой, когда к тебе в кабинет приходит такая больная. Метрономная терапия – на сегодняшний день минимальная доказательная база, нет серьезных рандомизированных исследований, сравнивающих метрономную терапию с применением стандартных цитостатиков, и это, в общем-то, направление поддерживается группой горячих сторонников, но все работы касаются опыта того или иного лечебного учреждения. Ну и новые таргетные препараты, которые широко изучаются, но пока еще далеки от внедрения клинического практики. Итак, наиболее очевидный стандартный вариант выбора – классические цитостатики. Что они могут дать у этих больных? Доказательная база относительно невелика, исследования довольно старые, а наиболее изучен гемцитабин, винорельбин и капицитабин.
Гемцитабин в монотерапии метастатического рака молочной железы или в комбинированных режимах после антрациклинов и таксанов обеспечивает до 30% частоты объективного ответа, относительно небольшую медиану времени до прогрессирования болезни, чуть больше 2 месяцев в монорежиме, в комбинации до 58% контроля роста опухоли, 7 месяцев медиана времени до прогрессирования болезни, и, извините, здесь опечатка, 7,5 месяцев медиана продолжительности жизни. Второй широко используемый цитостатик – винорельбин после антрациклинов и таксанов, изучен в одном исследовании второй фазы, 25% частоты объективных ответов, полгода медиана времени до прогрессирования и такая же медиана общей выживаемости. Наиболее изученный цитостатик – это, безусловно, капицитабин. Целый ряд исследований второй фазы. В общем виде мы можем сказать, что применение капицитабина после антрациклинов и таксанов обеспечивает до 28% частоты объективного ответа, а в районе 60% контроль роста опухоли, это достаточно высокий показатель, 3-4 месяца медианы времени до прогрессирования и медиана общей выживаемости от 10 до 15 месяцев. Объединенный анализ показал, что капицитабин в монотерапии более эффективен, чем другие цитостатики, а в отношении антрациклин, таксан, резистентного метастатического рака молочной железы. И таким образом на сегодняшний день капицитабин является, в общем-то, наиболее частым, наиболее обоснованным вариантом выбора и препаратом золотого сравнения для изучения всех новых цитостатиков у этой группы пациентов. И в одном большом рандомизированном исследовании третьей фазы, это единственное рандомизированное исследование у больных антрациклин-таксан-резистентным раком молочной железы, капицитабин напрямую сравнили с гемцитабином. Исследование вообще очень интересно, изучало оно исходно последовательности, наилучшей последовательности применения цитостатиков в первой линии комбинации на основе доцитоксела с гемцитабином и при прогрессировании перевод на капицитабин или доцитоксел с капицитабином. И при прогрессировании перевод на гемцитабин. Ну, поскольку наша задача прогрессирования после антрациклинов, которые были в адъюванте, и таксанов, которые были в первой линии, то мы оценим результаты только второй части исследования. Оказалось, что общая эффективность капицитабина была в 3,5 раза выше, чем монотерапии гемцитабином. Различия статистически достоверны. Медиана времени до прогрессирования болезни, опять-таки, во второй части исследования после перехода на монотерапию капицитабином, также была в 2 раза выше. А общая медиана времени до прогрессирования была больше, однако продолжительность жизни примерно одинаковая. Опять-таки, вот такая преграда, о которой разбивается большинство наших надежд. И очередная тема нашего обсуждения – это новые цитостатики в лечении антрациклин-таксан-резистентного метастатического рака молочной железы. Удалось ли с помощью новых препаратов решить старую проблему химиорезистентности? 2 новых цитостатика, как я уже говорила, зарегистрированы в том числе и для клинического применения в Российской Федерации, и оба этих препарата входят в группу антимикротрубочковых агентов. Там наши старые друзья – винорельбин, паклитоксел, доцитоксел, препараты растительного происхождения. 2 новых препарата имеют совершенно другие источники. Это представитель группы ипотилонов «Икзобипилон», производная миксобактерии «Сарангиумцеллюлозум», и «Эрибулин», аналог «Халихондрина Б», представитель уникального нового класса препаратов «Халихондрин Б», извлечен из морской губки «Халихондрия акаде». Эрибулин обладает выраженной пролиферативной активностью и уникальным профилем взаимодействия с тубулином, обеспечивая блокаду полимеризации. А в ряде исследований второй фазы при метастатическом раке молочной железы после антрациклинов и таксанов препарат продемонстрировал частоту объективного ответа 11,5% и медиану длительности чуть менее 6 месяцев. Ведущие нежелательные явления – нейтропения, периферическая нейтропатия.
И на сегодняшний день доступны результаты двух рандомизированных исследований третьей фазы по оценке эрибулина в сравнении с химиотерапией по выбору исследователя или в сравнении с золотым стандартом, золотым компаратором капицитабина в группе антрациклин и таксан-резистентного метастатического рака молочной железы. Итак, первое исследование, исследование EMBRACE, в которое включались больные местно распространенным или метастатическим раком молочной железы, получившие до 5 схем химиотерапии в анамнезе, причем по поводу распространенной формы болезни должно было быть проведено не менее 2 линий лечения, обязательно предшествующей терапии антрациклинами и таксанами и достаточно жесткий критерий установления резистентности, прогрессирования во время лечения или в течение 6 месяцев после окончания химиотерапии. Рандомизация на эрибулин или терапию по выбору исследователя. Авторы этого исследования замахнулись на наиболее труднодостижимую цель. Первичная конечная точка – это продолжительность жизни, общая выживаемость. Достаточно тяжелый контингент пациентов включался. Медиана числа предшествующих режимов химиотерапии – 4. Причем 87% больных ранее получили 3 и более линии лечения. Группа сравнения. Что же выбирали врачи, чтобы сравнить с эрибулином? Ну, в общем, все то, что мы выбираем в реальной клинической практике, и то, о чем мы говорили в первой части нашего обсуждения. Монотерапия винорельбином, гемцитабином, капицитабином, таксанами, антрациклинами, другая химиотерапия, ну и у 9 больных использована гормонотерапия. Ни один пациент не получал только наилучшую поддерживающую терапию или только биотерапию, хотя эти варианты выбора были предоставлены. Исследование оказалось успешным, иначе бы мы о нем так долго не говорили. Была достигнута первичная конечная точка и доказаны абсолютно достоверные преимущества эрибулина в отношении продолжительности жизни больных метастатическим антрациклин-таксан-резистентным раком молочной железы по сравнению со стандартной терапией сегодняшнего дня. Поскольку это исследование было очень важным. Практически это единственный цитостатик, который продемонстрировал увеличение продолжительности жизни, и цель была очень труднодостижимой, то регуляторными органами было предложено спустя достаточно короткий промежуток времени провести повторный подтверждающий анализ общей выживаемости. Этот анализ был проведен и опять-таки оказался успешным. Было подтверждено увеличение медианы продолжительности жизни больных при проведении монотерапии эрибулином. Причем различие достаточно существенное. Медиана продолжительности жизни увеличилась с 10,5 месяца на стандартной терапии до 13,2 месяца на терапии новым препаратом. Какие подгруппы больных имели особый выигрыш от терапии эрибулином? Вы знаете, практически все. Подгрупповой анализ показал, что и больные с положительными гормональными рецепторами, и с отрицательными гормональными рецепторами, с наличием или отсутствием гиперэкспрессии HER2-NEO, и пациентки с трижды негативным под вариантом заболевания имели выигрыш от монотерапии эрибулином в сравнении со стандартной терапией по выбору врача. Точно так же не играли существенной роли количество метастатических, пораженных метастазами органов и систем, и локализация поражений при висцеральных поражениях был зарегистрирован существенный выигрыш. Другие позиции, которые оценивались, выживаемость без прогрессирования болезни, отмечены преимущества и при оценке исследовательной, причем они были достоверными, и при независимом анализе. Отсутствие статистической достоверности связано с тем, что для независимого анализа исключены больные, у которых клиницистами прогрессирование установлено на основании клинического течения заболевания и не проведено контрольное обследование, контрольной компьютерной томографии, соответственно, ее не могли представить. Опять-таки,
подтверждены преимущества эрибулина в отношении частоты объективного ответа. Это особенно важно для больных с симптомным течением заболевания, когда нужно остановить быстрое прогрессирование болезни и облегчить существование пациентки. Выбор врача 4,7% объективного ответа, монотерапия эрибулином 12,2% частота объективного ответа. Таким образом, проведенное исследование позволяет сказать, что монотерапия эрибулином достоверно увеличивает продолжительность жизни больных интенсивно предлеченным метастатическим раком молочной железы по сравнению с терапией по выбору врача. Наиболее частое нежелательное явление – это астения, утомляемость, нейтропения и периферическая нейропатия, но профилю безопасности препарата будет посвящен следующий доклад. И второе рандомизированное исследование, о котором я упоминала, это прямое сравнение эрибулина с золотым компаратором с монотерапией капицитабином при метастатическом раке молочной железы после антрациклинов и таксанов. Очень большое исследование, 1102 пациентки включены. Предшествующая терапия антрациклинами и таксанами обязательно применена у всех пациенток. Больные должны были получить до 3 режимов предшествующей химиотерапии, причем не до 2 режимов химиотерапии могли быть использованы по поводу метастатической формы болезни. Исследование показало примерно сравнимые показатели выживаемости без прогрессирования болезни и выявила тенденцию к увеличению продолжительности жизни больных в группе монотерапии эрибулином. Медиана продолжительности жизни 15,9 месяцев, монотерапии капицитабином 14,5 месяцев. Различия чуть-чуть не достигли статистической значимости, но однако выигрыш в пользу эрибулина сохраняется длительно. Вы видите, кривые не сходятся. Существуют ли какие-то подгруппы больных, которые имеют особый выигрыш от монотерапии эрибулином в сравнении с капицитабином? Да, вы знаете, эта подгруппа наиболее сложная для курации. Это больные с трижды негативным раком молочной железы. На монотерапии капицитабином медиана продолжительности жизни всего 9,4 месяца, наименьшая из всего подгруппового анализа, и монотерапия эрибулином увеличила этот показатель до 14,4 месяца. Вот так выглядят кривые подгруппового анализа. Отмечены преимущества в отношении применения эрибулина при HER2 негативном подтипе, эстроген-рецептор негативном подтипе и при сочетании этих признаков в подгруппе трижды негативного рака молочной железы, причем различия достигли статистической значимости. А если мы имеем дело с пациенткой, которая уже получала капицитабин? Вернемся к предыдущему исследованию. Подгрупповой анализ в зависимости от применения или отсутствия капицитабина в анамнезе. И вы видите, подгруппа больных, которые получали капицитабин, имеет особый выигрыш от монотерапии, от последующей монотерапии эрибулином. Таким образом, при сравнении эрибулина с капицитабином отмечена тенденция к увеличению продолжительности жизни в группе эрибулина по сравнению с капицитабином. При трижды негативном раке молочной железы различия были статистически достоверными. Кроме того, дополнительно проведенная оценка качества жизни продемонстрировала улучшение показателей в обеих химиотерапевтических группах, однако выигрыш в группе эрибулина был достоверно больше по сравнению с капицитабином. Еще один новый цитостатик, который доступен нам, экзобипилон. В рандомизированных исследованиях третьей фазы изучалась комбинация экзобипилона с капицитабином после антрациклинов и таксанов. И результаты этих работ могут нам подсказать вариант выбора терапии, когда мы хотим провести комбинированное лечение. Несколько у нас новых возможностей в терапии HER2 позитивного метастатического рака молочной железы после антрациклинов и таксанов. Основная возможность, о которой очень много сегодня говорили, это новый препарат TDM1, конъюгат моноклонального антитела и цитостатика, который обеспечивает
целенаправленную доставку малых доз цитостатика внутрь опухолевой клетки. И вот это исследование было доложено на ESMO 2013 года. Обычно говорят о более раннем применении препарата, но здесь больные с антрациклин-токсан-резистентным метастатическим HER2-позитивным раком молочной железы с прогрессированием после трастузумаба, лопотениба и токсанов и не менее двух режимов анти-HER2-терапии, ТДМ-1 в сравнении с терапией по выбору исследователей, продемонстрировал достоверные преимущества нового препарата не только по выживаемости без прогрессирования болезни, но и по фантастической частоте объективного ответа и по общей выживаемости, несмотря на то, что допускался кроссовер, и больные группы сравнения после прогрессирования переводились на новый препарат. И вот совсем новые данные Сан-Антонио Брест Канцер Симпозиум 2013 года, новое направление, опять-таки HER2-позитивные подгруппы метастатического рака молочной железы, оценили возможность добавления эрибулина к терапии трастузумабом. И оказалось, что эта комбинация хорошо переносится, достаточно эффективно и может изучаться в дальнейших исследованиях. Вот этот вот водопад классический, который показывает, что у подавляющего большинства больных применение рибулина в комбинации с трастузумабом уменьшает размер опухоли по сравнению с исходным. Таким образом, на сегодняшний день реальными вариантами выбора монотерапии антрациклин-токсан-резистентного метастатического рака молочной железы все-таки являются цитостатики. Эрибулин – это единственный препарат, который достоверно увеличивает продолжительность жизни больных, интенсивно предлеченным раком молочной железы, и в соответствии с рекомендациями NCCN 2014 года препарат включен в предпочтительную, в группу препаратов предпочтительного выбора для монотерапии этих пациенток. Ну и в целом мы должны, конечно, сказать, что появление новых препаратов, новых именно цитостатиков приводит к увеличению продолжительности жизни больных метастатическим раком молочной железы. Это было подтверждено объединенным анализом исследований по химиотерапии рака молочной железы. Причем мы должны констатировать увеличение продолжительности жизни пациенток в течение, неуклонное увеличение в течение последних 20 лет. Будем надеяться, что наши новые возможности помогут приведут к дальнейшему улучшению результатов лечения этого тяжелого заболевания. Благодарю за внимание.